Первый и самый острый вопрос – санитарное состояние пляжей. В июне было несколько массовых выбросов водорослей. Требование главы предельно ясно – оперативно очищать побережье от комки. Даже день промедления может нанести удар по имиджу курорта и свести на нет все положительные впечатления отдыхающих. Умысел здесь, Александр Николаевич. Вот я вам покажу фотографии, которые облетели всю страну. Вам нравится это? Вы понимаете, это имидж курорта. Это вы в Анапе сидите, в Анапе здесь, вот не вылазите с пляжа, вам лишь бы летом нарубить, зимой ничего не делать. Вы сидите, вам все равно. Ну у нас же, для нас, для всех это все имидж курорта. Потребительское отношение некоторых арендаторов к пляжам исключительно как к источнику для заработка стало отдельной темой обсуждения. А вы что, первый год торгуете на пляже? Нет. Нет. А вам раньше не говорили, что нельзя пивом торговать? Эдуард Викторович, если предприниматели, участвуя в аукционе, считают, что им все дозволено, в том числе нарушать действующее законодательство, принимайте меры, просто расторгайте договор с ними и до свидания. Ну по-другому мы не сможем, понимаете? Но если с нами беспредельно, почему мы должны там... нянчиться там, воспитывать их. Зачем? Расторгайте договор, пусть увозит свою точку и все, и забыл. Сезон набирает темпы. Жаловаться на отсутствие отдыхающих ательерам и руководителям здравниц не приходится. Сейчас важно учесть все замечания и обеспечить гостям Анапы комфортное пребывание на курорте.